Группа Herpes Salon закончила съемки клипа на песню In Tune за главную композицию последнего диска группы, презентованного в ноябре прошлого года. Режиссер ролика Полина Пастушенко. На ее счету работы с такими группами, как Портмоне и Дети детей. Для съемок, процесс которых уложился в два дня, группа Herpes Salon выбрала самые романтичные праздники – День всех влюбленных 14 февраля и Международный женский день 8 марта. Видимо, втайне надеясь, что атмосфера предчувствия весны, присущая этим датам, поможет создать в ролике на композицию In Tune соответствующее возвышенно-восторженное настроение. Это будет типичный R&B-клип со всеми постельными сценами. Там будет и девушки в ночнушках, и мальчики в пижамах, и медведи будут загадочные. Там эффекты, пиротехника. В общем, все как надо. На самом деле, закрытые в четырех студийных стенах музыканты, благодаря сценарной задумке, получают эксклюзивную возможность вернуться в блаженный мир детства, в котором спецэффекты выглядят очень наивно и трогательно, но производят не меньшее впечатление, чем присущие взрослому шоу-бизу взрывы пиротехники. А главное, приносит куда больше радости и восторга. Камера! Музыка! Начали! Подкидывай пух, не стой, как это, да, вот. Следующий, да, лампочки аккуратно, вот. В том же павильоне, в тех же декорациях, одетые в клетчатые пижамы музыканты отпели свои настроенческие синхроны, поиграли в давно забытые игрушки и даже оживили своим позитивом старого плюшевого мишку. В результате приблизительно в начале мая отснятый материал обретет окончательную форму, и зрители смогут оценить ностальгическое настроение композиции In Tune.